Мама, готовься. Да лучше поставь малого сразу в угол. Зачем лишние нервы тратить? Ха! У него руки из опы растут. Из какого места у тебя руки растут? Возьми ремень и научи его хорошим манерам. Ух, чистота. Так, убрала, белье вывесила, посуду помыла, кушать приготовила. Можно отдыхать. Мама, готовься. Уроков не задали кучу. Ну, наконец-то! Пришла пора осени, детские слезы, мамкины нервы, просто курорт. Началось! И откуда же ты взялся? Как откуда? Ты вообще-то меня сама родила. Да я не тебе! Мам, ты еще со мной уроки не учила, а у тебя уже нервный срыв. Обожаю осень! Уроки, чтение, математика! А, вот зануда бледная явилась! Мам, так что там с уроками? Да какие уроки? Зачем их вообще учить? На стройке никаких знаний не спрашивают. А знаешь что? Учи уроки сам. Ты уже большой. Ты что? А если он что-то не поймет или неправильно решит? Иди и помоги ему. Нет уж. Пусть сам всего добивается. Может, вырастет грузчиком или уборщиком. Ладно, я выучу с тобой уроки. Ура, математика! Слабачка, научись говорить нет. Ну что будем первое делать? Наверное, русский. Там всего лишь текст под диктовку переписать. Вот, открывай тетрадку, а я пока весь учебник достану. На 17-й странице. Ага, нашла. Лучше поставь малого сразу в угол. Зачем лишние нервы тратить? Замолчи! Я ничего не говорил. Вот кто портит дисциплину. Демон, не мешай. Так, закрыли все рты. Что за балаган? Мам, я тут один и ничего не говорю. Ты прям как наша учительница в школе. Я в роль учительницы вживаюсь. Ладно, диктуй. На другой день отец взял меня, стриженного, запятая, некупанного и одетого во все новое, запятая, за руку и повел в школу. Когда после звонка детвора горохом посыпалась из класса. А что было после слова «день»? Отец взял меня! Мам, ну помедленнее, я так не успеваю! Вот, воспитала слабака! А что ты такой медленный? Я бы уже 3 раза написала! Ты что? Он же еще маленький!
Ой, что это я? Прости! Правильно, правильно! Извиняйся перед ним! Показывай свою слабость! Вырасти слизняком и слюнтяем! Мам, что с тобой? Так, слюни подобрал и пиши! А хотя нет, каждый раз, когда ты не успел, будешь выходить и отжиматься 10 раз! Это тебе придаст скорость! Мам, я же не в армии! Ты что? С сыном так нельзя! Он же такой пупсик! Ты же мой красавчик! Пупсик ты мой, бубочка! Мам, не надо, я же не маленький! Ой, ладно, давай, пиши дальше! Отец взял меня, запятая, взял меня. Все новое, запятая. Ты что? Ой, мама, прости, я задумался. За поля вылазить нельзя! Ну, наконец-то накосячил! А ты уже начал засыпать от этой идиллии! Ну, ничего страшного, это же всего один раз! Ладно, но больше так не делай. Фух. За руку и повел в школу. Когда после звонка детвора горохом посыпалась из класса. Из класса, запятая. Ой, ошибочка. Да что ж это такое? Ха! У него руки из опы растут. Из какого места у тебя руки растут? Голова пустая. Небось уже про девочек думает. И о чем ты вообще думаешь? С класса пишется, с двумя с... Мам, хватит меня оскорблять. Ой, как некрасиво. Сын старался, а ты его вот так вот. Сынок, ну прости, хочешь, я тебе шоколадку дам? Мам, определись, ругать меня или хвалить? Вот оно, неблагодарное отношение к матери. Ах ты, неблагодарный! Я ночей не спала, воспитывала, а ты... Сказал. Вырви лист. Пусть все перепишет. Ах так? Вот, переписывай. Мам, да я почти все написал. Ты же так испортишь ребенку психику. Извинись. Правильно. Нечего ему быть таким занудой, как вот этот вот. Ангел. Демон, замолчи! И не подумаю. Воспитание мой конек. Слушать нужно меня. И не вырастет сына тряпка. Я теперь переписывать буду и не успею погулять. Так, закрыли все рты. Ты красный, исчезни! Ты бледный, тоже исчезни! А ты пиши и не перечь матери! О, вот это разговор! А лучше всего возьми ремень и научи его хорошим манерам. Вот если б ты знал, что такое ремень, ты бы так с мамой не разговаривал. Ну что ты слушаешь его как маленькая? Детей надо поощрять, а
а не ремнем воспитывать. Да что ж такое? Вы неугомонные! Я сама знаю, как воспитывать детей. Надоели мне оба! Мам, может, я сам уроки выучу? А знаешь что? Ну их эти уроки. Поехали и игру купим новую на Nintendo Switch. Класс! А уроки? А уроки за тебя Бледный выполнит. Он же любит математику и чтение. Математика. Ну а ты быстро поставь лайк, иначе завтра мы с Ангелом придем к тебе.